Всем привет! Сегодня мы будем рисовать такую летнюю картинку. Давайте начнем тогда. У нас на картинке здесь 4 цветка. Вот. И самый близкий, который спереди, вроде бы вот этот. Потом идет этот, дальше вот этот и этот в самом заднем плане. Поэтому мы так и должны рисовать, как бы, который самый задний первым. За самый задний у нас вон там. Поэтому я вот здесь с левого листа рисую такой невысокий цветочек. Сначала я рисую стебель. Вот так. Дальше какой-то овал такой, серединка. Это совсем не важно, какой он формы, потому что потом у нас будет как-то черным оно. Я больно близко к краю сделаю, чтобы продвинуть, чтобы лепестку места хватило. Руку. Вот. И теперь я рисую 6. Нет, 7 лепестков. Тут они не очень красивые формы. Неровные, поэтому как можете делать? Главное, смотрите, их делать надо, чтобы как будто бы они висят на цветке, поэтому надо таким вот наклоном делать. Закруглять сверху. Они как выгнуты в одну сторону. Вправо выгнуты. Вот, и так вот у нас получается. Вот, я так, вот у нас такой цветочек получился. Вот. Дальше мы должны вот рисовать второй светло-розовый цветок, который с другой стороны на листе, справа. У кого-то есть какие-то вопросы, как рисовать первый цветок? Можно меня подождать? Хорошо. А можно меня тоже подождать? Ну да, если я одного человека жду, всех остальных тоже подожду. Да, я подожду. Рассказал мне. Да, Кирилл. Что, Кирилл? Пожалуйста. Так, давайте теперь тогда рисовать следующий цветок. Так, следующий цветок, наоборот, с другой стороны, с правого листа. И прямо на самом верху, это самый высокий цветок. И он почти весь срезан. Поэтому я его рисую довольно близко к краю.
Вот, и теперь просто рисую большие лепестки. Они там, тут это большой цветок, поэтому они... И они опять же не разные. Вот, и здесь у меня будет 6 лепестков. Арида, включи, пожалуйста, камеру. Она у меня выключилась. Ой, сейчас. Прошу прощения. Я не заметила. Хорошо, вот у нас так вот цветок получается. Мне тут еще один лепесток надо нарисовать. Поэтому я сейчас нарисую. Так, у меня что-то... Так, все. Так, я рисую последнюю пустоту тут. Вот так. И теперь дальше мы рисуем второй цветок. Сейчас, знаете, я не уверена, какой это. Это будет, наверное, я не знаю, наверное, просто давайте нарисуем нижний сначала и потом верхний. Поэтому в нижнем, нет, где-то на... Примерно посередине, но чуть поближе вправо, вправо мы рисуем еще один цветок. Он занимает целую треть листа, как бы высота его, поэтому он очень большой. Да, он ровно треть листа занимает, поэтому я все это поделил лист на три части. Да, вот, и я делаю вот такой высоты цветок. Сначала, как всегда, рисую его серединку. Он чуть-чуть наклонен, он чуть наклонен как-то вот в эту сторону, тут наклонен чуть-чуть. Вот, и здесь у меня...
Здесь у нас 9 лепестков, и я тебя не видно. Просто как сможете. Или как захочется. Сколько у вас получится, то столько и будет. Я немножко опускаю его, потому что он более высоко. Чтобы было пропорционально. Лепестки, как бы, получаются в размер 3/4 листа, тоже поэтому большие. Вы можете даже проверять, чтобы они были подходящего размера, они больно маленькие. Так, и дальше вот я три нарисовала, четвертый. Вот так вот. И дальше. Тут один лепесток, у него не очень видно, где он начинается. Я его начну. Так, у него видно только вверх у одной части, поэтому я заметил все дальше. Так, и дальше. У меня тут такие два маленьких лепесточка, намного меньше, чем остальные. Эта картинка очень получается такая неровная, потому что не должна быть, не обязательно должна быть такой ровной, но как бы если что-то неровно получается, то совсем не переживайте. Вот. И потом очень маленький, еще меньше. Вот у нас так получается первый цветок. Я рисую тут стебелек, вот, чтобы было видно, что он есть. Вот. Дальше у нас остался последний цветок в середине. Он, опять же, у него лепестки 4 листа. Сейчас. И он занимает больше, чем треть, потому что как бы он больше объемный из-за того, что у него лепестки все вниз. Так, я прям под этим цветком верхним начинаю рисовать серединку, но у него очень высокая лепестка, очень большая.
Так. И дальше выкругляю снизу. Теперь надо... Так. Я тут у меня... 8 лепестков будет. Один из них как бы скрытый, но это не страшно. Так, и теперь я просто рисую. Эти лепестки все выгнуты в... Ну, одна половина выгнута в... Право, другая влево. И мы как бы идем объемные, поэтому те, которые справа, выгнуты вправо, те, которые слева, выгнуты влево. Как бы чем больше они края, чем больше они будут выгнуты. Вот. Я вот так вот рисую. Вот после второго я рисую, который прячется, и он как бы совсем неровно выходит, но совсем не страшно, так получается интереснее. Так, и потом я немножко место пропускаю. И посерединке как бы... Ну, не посерединке, рядом с ним. Около середины рисую такой очень большой. В сравнении со всеми. Не очень довольно такой большой. Дальше рядом с ним мы начинаем уже в другую сторону выгибать лепестки. Я прямо рядом с ним один рисую. Так, потом один такой вот торчит в одну сторону просто. Я хочу вот, и теперь... Что? Рисунок. Что ты готова? Мы тоже готовы сейчас. Алиса только... хочет показать свой рисунок. А, хорошо. Сейчас я... У этого большого, который самый первый цветок, как бы стебель, находит на... Тот, который мы сам первым рисовали. И наш еще листик уйдет, значит. Если кто-то еще хочет показать, показывать. Алекс. Алекс, да, молодец. Джулия тоже молодец. Мне очень нравится, ты очень красиво получилось. Так, и давайте теперь тогда дальше. Нам надо теперь нарисовать листики. Сначала можем нарисовать у вот этого самого среднего, как бы. Который мы только что рисовали.
У него листик опять же заходит на наш цветок предыдущий. Вот. И теперь я все внутрь стираю. Вот так. И дальше еще вчера то, что внутри у нас стебля. Так, и теперь еще вот у этого цветка рисую, который второй тоже большой. У него один листик, но он надо было заранее начать, но сейчас надо будет. Он переходит в стебель вот высокого самого. Я его вот сюда рисую. Вот я стираю стебель внутри. Вот, и теперь у вот этого высокого тоже есть листик, и мы не видим, где он начинается, потому что он начинается вот за этим листом, но он где-то там, поэтому я его тоже рисую. Вот так у нас получается, вот. И теперь мы можем начать вроде бы раскрашивать. Я подтираю какие-то здесь темные части, чтобы было светлее, например. И еще, если у кого-то нет фломастера, ну, нам нужен будет черный маркер в конце, но подойдет еще и черный карандаш, ручка черная, или такой, лучше всего такой тонкий маркер. Но если нет такого, то да, любой черный объект подойдет. Так. Давайте теперь тогда раскрашивать сначала. Вот. И стоит сначала. Вы как успеваете для кого-то ждать. Мы можем начинать рисовать. Ребят, все успевают? Да. Тогда давайте дальше рисовать. Тогда я возьму это когда. Так, сначала мы рисуем вот этот нижний цветок, опять же, начинаем рисовать сдали и идем как бы вперед. Теперь мы... Так, я сначала рисую у него светло-зеленый стебелек. Я буду рисовать вот такую круглую ручку, потому что она мне нравится сейчас. Я не буду ее использовать, я просто в ней сама ручка. Не ручка, а кисточка. Аля что-то хочет спросить. Да. А можно сделать фон голубым? Да. А можно чем? Сделать, что хотите. Как бы давать свой. Что-то свое можно подать. Поэтому да. Так, и теперь я беру очень-очень светло-розовый. Хотя нет, я лучше сначала беру желтый такой. Это не очень нравится, потому что потом все черным чуть-чуть так. Не будет очень... Просто чтобы был желтый. Я взяла желтым и закрасила серединку. А потом я беру светло-светло-розовый очень мало. И очень легонько рисую. И
Почему светло-розовый? Да. Мы как бы этот цветок оставляем белым, добавляем туда розового оттенка, поэтому я быстренько добавляю очень светло-розовый. Кристина, что ты хотела спросить? А контур делать надо? Это когда высохли. А можно делать это карандашами? Да, конечно, да. Так, я делаю, и теперь оставляем. Так, дальше я вот верхний цветок делаю. То же самое, лепестки такие же, и стебель тоже такой светлый будет. Я вот на первом будет довольно темный, яркий, делаю, но я сейчас подотру чуть-чуть. Я стараюсь больше с одной стороны закрасить, потому что как бы будет получаться, что цвета тени. Я стираю сверху, с первого цветка. Здесь он получился довольно такой яркий. Вот. Теперь опять же светло-розовым закрашиваю все лепестки. Где-то чуть потемнее получается. Мне кажется, что так-то это как бы ромашки получают, вот эти белые, светлые цветы. И они зеркалят как бы вот цвет вот этих ярких розовых цветов. И получается, что они такие светло-розовые получаются. Поэтому мне кажется, это так-то белые цветы. Просто белые как бы все зеркалят. И получается, он чуть-чуть цвет берет других объектов. Арина, да, она хочет показать. Хорошо, показывай. Сейчас. Да, молодец, мне нравится, красиво. Теперь давайте перейдем на... Ой, сейчас я еще листик должна закрыть. Листик будет по краям потемнее, а серединки светлее. Вот я так сразу закрашу. Я вот еще закрашу листик, который за цветком тоже. Потому что потом будет уже неудобно. Так, и теперь раскрашиваю вот стебель опять. Тут чуть-чуть его видно совсем. Это вот уже ярко такой насыщенный розовый. Я не убираю на рисунок. Я попробую сейчас такой найти. Я сейчас попробую сделать цвет.
Наверное, как, да. Мне кажется, я знаю. Потому что у меня есть розовый такой малиновый, но такого вот яркого нет. Да, смотрите, берите, если у вас есть какой-то розовый, ну, да, и в него можно чуть-чуть добавить, как там, фиолетовый, светлый такой, или сиреневый, и будет, как там, получится наш, нам нужный цвет, который... Я раскрасила свои цветы розы. Хорошо. Мне кажется, мне больно все равно получилось, я чуть-чуть смешиваю делать. А, можно я покажу на рисунок? Давай, пока мы сейчас чуть-чуть скулят. Сейчас я смою, потому что размочишь, и потом будет уже высыпать. А это очень темно. Вот. Кто хотел показать? Ева? Да, Ева, молодец, мне нравится, очень красиво. Можно показать, пожалуйста? Показывай. Что, меня видно? Спасибо за урок, до свидания. Да, молодец, красиво, Алисия. Не за что. Алисия, да, красиво. Так, дальше я раскрашиваю все остальные лепестки. Контур надо делать? Контур в конце. Потому что когда высохнет, будем. Хотя, если ты делаешь карандашами, я не уверена, кто-то делал карандашами. Если кто-то делает карандашами, то контур можно сразу делать. А, хорошо. Потому что вам не надо, чтобы что-то высохло. А с акварелью надо, чтобы она сначала высохла. Потому что потом она может испортить наши ручки, или что мы там будем использовать. Так, я вот все лепестки закрашиваю этим цветом. Мы рисовали карандашом, вот это не стерли, потому что потом этот карандаш будет либо как бы черным обведен, либо вот цвет наш черный закроет.
Вот, я сделала. Возьму сейчас вот сам цвет, и, может быть, некоторые места чуть-чуть добавлю. Потемнее подъявочка. Так, и дальше делаем верхний цветок. Ой, сначала серединку этого надо закрасить. Я беру разный желтый, такой оранжевый беру. Не надо больно ярко делать, но просто чтобы было когда мы будем рисовать такие черные точки, было видно, что у нас там что-то есть. Так, и теперь... А если я уже все сделала? Ну то тогда ты можешь отключаться, наверное. Посмотрю точно. Осталось все-таки кое-что. Так, и теперь я рисую второй цветок, опять же, который верхний. Я сначала мог закрашу зеленым стебель. У этого яркий такой стебель, поэтому здесь можно ярче его закрасить. Я отключаюсь. Так, и опять я скрашиваю теперь этим розовым. Можете посмотреть? Что? Картину. Да, хорошо. Да, давай. Сейчас. Это кто хотел показать? Я. У меня ручка пользуется. Аля молодец, и Алекс тоже молодец. Мне нравится у Алекса, и у Али тоже красиво.
Оба молодцы. До свидания. Что? До свидания. Кто-то... До свидания. До свидания. Я закрашиваю так цветок. Я больше как даю цвет, и потом размываю быстренько. Вот, и теперь я немножко добавлю некоторых ярких мест побольше. Можешь показать? Давай. У меня рука болит. Джулия, да, молодец, очень красиво. Мне нравится, молодец. Спасибо. Так, и мы с вами доделали картинку. Ой, еще надо... Расскажите мне, надо рассказать листик у цветка. Спасибо за урок, пока. Пока. Так, и теперь у меня высохли задние цветы, поэтому я сейчас начну маркером сначала их обводить. Вот. Так, я беру черный. Вы готовы? Есть кто уже готов вводить черным? Нет, да. Да, пожалуйста. А можно показать? Показывайте. Давайте тогда еще 2 минутки подождем и будем дальше двигаться. София, да, красиво, молодец. Алисия тоже молодец. Да. Аля тоже красиво, молодец. Всех красиво. Так, и давайте тогда я вас подожду 2 минутки, и мы пойдем дальше, будем раскрашивать обводители цветы. Давайте тогда начнем обводить. Если кто-то еще не сделал, то потом догоняйте. Я потом еще чуть-чуть подожду, просто у нас уже скоро время кончается. Нам лучше сейчас начать. Смотрите, я вот начинаю с самого дальнего. Я сначала делаю серединку. Я делаю очень много таких очень маленьких кружков. Если у вас побольше, как бы, фломастер или маркер, то можно просто делать точки и оставлять между ними пространство. Так, и я сделала хоть побольше чуть-чуть. Так, и я теперь ввожу лепестки. Просто одну линию. Можно, пожалуйста, показать мой рисунок? Давай.
Молодец, да, красиво получилось. Она показывает рисунок. Показывай. Да, красиво, молодец. Мне твои облака нравятся. Я стебелек тоже обложу. Так, и теперь идем на верхний цветок. У меня получился цветок очень светлый, я попозже чуть побольше добавлю туда розового, чтобы он потемнее получился. Так, я сначала вяжу, обведу стебель. И потом еще снизу его обведу. И потом сами лепестки. Здесь вот уже на лепестках есть какие-то такие серединку, например, на нем можно сделать. Какие-то такие складки, поэтому здесь есть такой. Сейчас покажу, что это. Так, и я делаю, например, вот такие серединки, где они такие по краю обвожу чуть-чуть в некоторых местах. Вот так получается у нас. И теперь... Выглядит прям белым. Так, и дальше я раскрашу... Вот листик обвожу лист. И теперь переходим на нижний, как там цветок. Сначала я на него обвожу лист. Сверху такой делаю склад. И стебель. Так, и теперь я рисую такие опять кружочки.
Так, и теперь я вижу, обводу вот лепестки. И они обязательно должны повторять сам цвет, пусть будет белый как бы. Вот, и теперь я где-то там для стая или как были. Арина, у нас 4 минуты осталось. Хорошо. Где-то я добавляю серединку. Край. Где-то еще серединку. Где-то какой-то край такой, довольно интересный. Вот, и теперь переходим на следующий цветок. Опять то же самое. Я пока серединку оставлю, если, потому что если минус тренд, я потом их сделаю. А лепестки важнее. Я их опять обвожу все. Их можно очень быстро обвести, потому что это не очень важно, что они ровно обведены. А можно показать? Сейчас, секундочку, да. Давай. Аля. Аля, молодец, да. До свидания. Спасибо за урок. Хорошо, до свидания. Так, теперь я просто делаю опять много кружочков, шариков. Так, я так вот делаю. И теперь обвожу вот стебель, листик. И мы сделали с вами картинку. Ставим подпись. И мы с вами доделали. Вот.